Вопросы противодействия коррупции находятся под постоянным государственным контролем. Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти, подчеркнул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. О том, как борются с коррупцией в Чувашии, говорилось на очередном заседании Республиканской комиссии по противодействию коррупции. Напомним, что буквально на днях в Оренбурге прошло заседание Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе, посвященное этой важной теме. Тесное взаимодействие правоохранительных структур с органами власти, оперативное реагирование на поступающую информацию помогают решать поставленные задачи. Ущерб от коррупционных преступлений только в прошлом году составил почти 300 миллионов рублей. Почти 50% этой суммы уже возмещено. В результате совместной работы к уголовной ответственности в 2016 году привлечено 25 должностных лиц. Работа в этом направлении ведется постоянно и системно. В 2016 году мы провели проверку в отношении 180 муниципальных служащих, что в 4,5 раза больше, чем в 2015 году. Из 180 проверенных выявили нарушение антикоррупционных требований у 153 служащих. За два месяца текущего года количество возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в отношении государственных служащих значительно снизилось. Это связано с усилением ведомственного контроля и ужесточением ответственности за совершение преступлений. На заседании также подведены итоги антикоррупционной экспертизы республиканских нормативных правовых актов. Чистоту нормативно-правовых документов тоже надо обеспечивать, чтобы уже руководствоваться с этой нормотворческой работой. Это дает на входе уже соответствующие результаты. Это превентивные меры, по-другому говоря. Норма федерального закона, она распространена и действует на всей территории Российской Федерации одинаково. Соответственно, мы живем в любимой России. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.